Инсигуранс Бэмс. Это вопрос как раз между Ватсон и Уотсон. Ну, это то же самое. Хайне Гейне. Я понимаю, но это вопрос перевода как бы. Да, это вопрос. Это традиция, вопрос переводчика традиции. Да, транслитерация или этот и вот. Ну просто с Лейпцигом я еще могу стремиться это смириться, как из Гейне, который Хайне. Ну, не знаю. Ну ладно, Бернс так делает. Но все равно везде пишется как Бернс. Все равно ее никто не использует, поэтому просто на языке это тоже. Со мной жена не ладит, колотит, а не гладит. Тому, кто волю даст жене, она на шею сядет. Ну, что еще добавить? Ну, ничего не добавишь, потому что так и есть. Суровая правда жизни. Мне нужна жена, лучше или хуже, лишь была бы женщина, женщина без мужа. Толстая, худая, мне все равно. Пусть уроды прибудет по ночам темно. Вот. Если бы Рома так бы рассуждал, у него бы давно была бы жена. Рома не хвалился, чем он сейчас в какую ударился. Анастасиевцы? Да. В смысле, не хвалился, все время про них говорит. Все, все там. Но там Анастасия там. Не кричи. Да не нравится они мне, ну не огромные. У него разрыв сердца был. Он ты его убил. Ультразвуком. Так ему и надо. Крылышки, бяк-бяк-бяк. Ультразвуком, ну и что? Вообще мне за ногу прижимало. Ну там есть и такая секта в секте называется. Ну, я, там еще секта в секте. Мне не нравится слово. Ну, течение. А мы вчера про секту не течение в секте. Я его какое? Убила. Мир друзей. Убила я его, видишь, он. Вот, они медитируют на будущностью своих детей, ребенка будущего. Да, женщина всегда предана мужу, то есть жена. Или и она его восхваляет в песнях, там, все. Есть лимон, ну все. Ну, вот, и он даже хочет туда поехать. Да-да-да, он говорил. Да, он чьи бутылки. Другое. Так что, то есть, Рома, он как-то, он несложный битал, там путь сводит, и что, ну, может, нормальнее всех путь, чем у нас. А, у Ромы? Да. В этом смысле? Ой, да, он любит, как мы, сколько мы разговаривали. А тогда мы к Натрову приехали тогда. Мы до двух ночи сидели вот это. Ботали. Все, без толку, да. И причем, и вот это, нет, больше всего меня убили гороскопы. Гороскопы. Я все понимаю, что да, он как бы, у него там все, он там, у него это секта, они все там разговаривают, все. Но в итоге оказалось, что все любят гороскопы и всегда начали обсуждать, кто кому подходит, там скорпион кому подходит. Ну вот такое? Истые христиане вот начинают это китайский мне календарь сувать. Ага, это ты кто? Это мне говорят, это вообще каждый раз он ходит, каждую неделю там монастырь молится. Ты кто по гороскопу? Это вот же. При чем тут гороскоп?